Вот, друзья, это еще один корпус от моей M-ку Star, которая спрятана здесь. Вот немножко другой ракурс. И чтобы не быть голословным, я вам сразу покажу эту машину. Эта машина в сборе, и она рабочая. Это место для двигателя, это для шлифовалки, это для лобзика и так далее. Итак, еще раз. Значит, смотрите, в закромах нашел вот этот ролик. Этот ролик закрепился с этой стороны длинным болтом. Этот болт вот этим вот пластиковым фиксируется. Это у нас подача ближе дальше. Вот этот вот носик. Вот он. Так. Потом здесь для ленточной пилы нету колеса. Но я поставил этот винт. И с обратной стороны черный винт. Просто поставил вот такой винт. Тут еще и тоже такой вот винтик покрашенный, который фиксирует ленточку в положении, чтобы она не слетала. Вот такая же фигня. И здесь такая же фигня, и здесь такой же носик. Так, этот барабан уже существовал. К нему поставил вот эту шестеренку. Здесь на валу запросто помещается циркулярная пила. Но так как нету стола и кожуха, его использовать нельзя будет. Так, а здесь колесо. Это заднее колесо. Спереди у нас колеса нету. Поэтому будет только сзади. Вот. Еще существует такая вот крышка. Она еще не реставрирована. Ну вот, общий вид. Это для хохмы диск стоит. Так. В общем, сейчас переверну, покажу другую сторону.